Доброе вечер, чагречи, с вами Рунтик и Турбо. Сегодня мы поиграем в игру Брик-Рикс, и сегодня у нас возвращение, а значит, уже довольно-таки зашедшей вам рубрики «Аварии на перекрестках». Потому что добавились новые машины, нужны новые аварии, чтобы затестировать их прочность и надежность в, так сказать, безопасность, а не надежность, безопасность в авариях. Да, друзья, всем привет! Все, что ты скажешь? Да. Хорошо. В общем, ребят, я первую машину взял, я даже не знаю, что это за машина, она называется кастом. Ну, что-то было написано, что это Марк 2, но, ребят, Марк 2 из этой машины, ну, скажем так, ну, такой себе, а что у тебя? А я взял, помнишь, вот ту офигенную полицейскую японскую тачку, на которой офигенно дрифтит? Она мне очень зашла, я решил ее взять. Я понял. Ну, в общем, тогда мы включаем с тобой оба пятые передачи и жмем просто газ. Давай, давай, только на счет 3-4. Давай, раз, два, три. Погнали, погнали. Погнали, погнали. Не знаю, мне кажется, вроде как... Опа! Должно! Опа! Вот это было идеально. Это было, кстати, очень красиво, да, мне очень зашло. Это было очень красиво, так хорошо. Посмотри на мое лицо. Его просто нет. Ставим ручник и выходим из машины. Ой. В общем, ребят, что касаемо повреждений... Ну да, ты можешь, конечно, на свободной камере. Да, я лучше буду на свободной камере. Да, что касаемо повреждений, ребят, смотрите, мне турбо попало ровно в бочину, то есть вот у турбо, смотрите, полностью как бы вообще... Минус лицо, да. Да, то есть лица нету, то есть вот, как видите, остались только лонжероны какого-то хрена, которые не поглотили удар. Вот, а у меня, как видите, морда полностью целая, но, вот эта вот профильная часть автомобиля, получается, вся боковина в минус. Вся левая боковина и левое заднее колесо просто минус. Кстати, у тебя очень круто выглядят диски. Мне очень круто сделано. Диски мне, кстати, тоже диски очень сильно понравились. Прикольно сделано. Вот, кикек в том, что мне еще даже крыша немножко сломалась, и задняя часть автомобиля. Да, ну, крутая авария, прям с первого же раза. У нас редко получаются такие крутые аварии. Но сейчас получилось. Давай еще разок на тех же тачках. Да, давай еще разок. Мне тоже понравилось. Разок. Разок. Ты сейчас чуть пораньше стартанул, да? Немножко, да. Притормози чуть. Да. Вот так. Ну да, немножко рано я стартанул. Окей, давай еще разочек. Не, просто я-то просто тоже с расчетом на то, что у меня машина вроде как побыстрее, я как бы, ну, тоже чуть-чуть притормозил. А, я специально пораньше стартанул, чтобы ты в меня врезался. Да, поэтому давай ты сейчас стартуй на 3, а я стартану как не надо. Давай. Раз, два, три. Ну, я все равно на 3 как бы поехал, окей. Окей, очень газ припустил. Вот, тут это, по-моему, А, нет. Это пинга была, это сейчас было по пингу, да. Пинга была, да, понятно. Давай еще разок. Мы все равно шли вроде как идеально. Ну, вроде шли ровно, да, но я немножко быстрее, и поэтому как-то не очень получилось. Так, давай, считай. Так, да, раз, два, три. Даже что-то... Ну, мне кажется, тут, знаешь... странно нас стартануло. О, тихо, притормози. Да что ж такое-то? Я вроде, я вообще с задержки даже стартанул. А, вот ты. Вот, сейчас хорошо было, кстати, я специально подвернул под тебя. Но все равно по касательно пошло, да. Да, по касательно. Окей, ну давай, окей, не будем уж. Опа, не. Здравствуйте. У тебя, кстати, машина вообще полностью целая, у меня тут. В принципе, да. Нифига, тут у тебя как бы развалилось. Но все равно, если смотреть на повреждение моей тачки, смотреть на повреждение твоей тачки, то как бы да. Фаталити, тоталити с моей стороны, как бы жесткое получается. Да, но я предлагаю тогда давай поменяем машину. Да, поменяем машины и продолжим. Так, друзья, мы продолжаем. В общем, я взял вот такой довольно-таки интересный автомобиль. Я пока что не буду говорить, Турбо, что это за машина. Турбо говорит тоже, что взял какую-то интересную тачку, но мы сейчас посмотрим, у кого интереснее. Я думаю, что на счет 3 мы можем стартовать. Только единственное, да, что... Я готов. Давай. Раз, два, три. Только мне кажется, что у меня тачка будет... Хотя это не точно. Это будет очень не точно. Очень-очень-очень не точно! Ни хрена себе! Вот это было хорошо. Я просто как-то... Ой-ё, что произошло? Что произошло? Ну, видимо, пинга произошла, потому что ты у меня стоял на месте, и потом резко улетел в хрен. Кстати, у тебя там прикольно внутри. Не, у меня, кстати, какого-то хрена получается все вообще как бы с левой стороны разрушил. Охренеть. Ну, я тебе просто дверь выломал, а сам я просто посмотрел. Что случилось? Тупо груда металла, короче. И все. А у тебя просто двери нет, и все. В принципе. Да, ну мне кажется... Нет, ты посмотри, сколько где деталей просто здесь. Да, не знаю, да, разлетелось просто на кусочки. Надо еще раз попробовать. Мне показалось, была пинга. Не, причем, кстати, посмотри, крепление, вот, то есть открытие, крепление двери осталось, а самой двери нет. Да. Не знаю, так, окей, давай попробуем. Давай еще разок. Вот это сейчас было неплохо. Вот это было хорошо, смотри, как я лечу. Ну я чуть-чуть притормозил опять. Но это было неплохо, все равно. Так, погоди, я сейчас тачку поставлю на колесо. Ой-ой-ой, погоди, мне надо чуть-чуть отъехать. У тебя вообще, у тебя обе стенки, и правая, и левая, походу. Да. А, нет, подожди, правая у тебя есть. Это у тебя что-то изнутри вылетело, походу. Это не-не-не, это я просто восстановился, ну на колеса поставил. Я понял, я тоже на колеса поставил. Смотри, у тебя тут просто что-то валяется.
Ну, смотри, да. Задние двери у меня открываются. Как да, бы, ну у тебя просто минус левая часть, левая панель. И смотри, нормально? Все, все хорошо? Все хорошо, по-моему, нет? Ты видишь, дверь открывается, закрывается. А, не, у меня не показывает. А, блин, ну окей, ладно. Mm. Так, а у меня, кстати, с тачкой, в принципе, все хорошо, как бы вроде что-то отлетело, но так посмотреть, как будто ничего и не отлетело, она, по-моему, такой же. А хотя нет, вот минус бампер. А у тебя крыши не было, да? А крыши у меня не было, да. Давай я сейчас починю, смотри. Вот да, она была вот такой. А, ну вот, да, стекло лобовое отлетело, и вот сзади вот эти хрени. Фига, фары красивые. Прикольно, так, да? Окей, давай теперь попробуем еще раз, чтобы уже врезался я, да? Давай, и да. Будем уже менять тачки. Вот, притормози. Идеально. О! Вот это взорвался, просто офигенно. Посмотри, вот что у тебя с тачкой. Она у тебя просто до два... Это как вообще произошло? Посмотри. Погоди, я вообще не понимаю, что происходит. А, чё? У тебя машина отслоилась на два куска как-то. Погоди, она вообще что-то сама... Всё загорелось, блин. Что происходит? Наконец-то, всё, она рассоединилась. То есть, ребят, как вы понимаете, да, жесткость у моей машины вообще никакой. То есть, она как раз-таки есть, и это ей... В ущерб действует. А твоя да. тачка... Моя тачка просто, ну, не, на две она просто развалилась на куски. Почему? Вот передняя. А, ну вот хотя задняя. да, вот. В принципе, да, все, теперь вижу. А у меня, кстати, когда врезались, вот пока моя тачка не взорвалась, ничего такого не произошло, то есть у меня тупо лобаша не было. А потом произошла вот эта хрень непонятная и все. Причем обе сгорели, то есть, да. Давай, да. Короче, меняй машинки, да. Продолжим, да. Итак, друзья, мы, в общем, продолжаем. Я взял вот такой вот, в общем-то, грузовик. Это Мерседес. Грузовик, кстати, у меня до этого был Мерседес, и сейчас опять Мерседес. Ты любитель Мерседесов. Да, тупо, короче, мажоры приехали, вот. И турбо взял, я не знаю, что он взял. Ну, это какой-то взял, типа Легран... Я не знаю, как... Тут посмотри, короче, да. Скажи, что это. Потому что если я навожу, то это как. Я не буду смотреть, мы посмотрим, когда... Хорошо, я готов, смотреть. Давай, я готов. Посмотри, давай, раз, два, три. Сразу скажу, у меня очень... А, я вижу, у тебя очень сильно быстро валит. Погоди, не спеши, да. Молодой мужчина, не спешите! Опа, ой, чё? Что произошло? Вот это кек. Погоди, произошло то, что ты мне тупо кабину... У тебя тупо минус кабины. Смотри, у тебя двигатель. Двигатель и кузов остался. Она причем не минус, она знаешь как? Она тупо отлетела все в первую же, как головастик какой-то. Давай, короче, все заново. Да, я предлагаю тоже еще разочек, потому что непонятная хрень. Так, ну я понял, я буду стартовать чуточку подальше. Да, ты очень быстрый. Давай, раз, два, три. Вот это, мне кажется, сейчас будет, да. Ох! Вот это мне понравилось. Что за а у тебя все время, да, у тебя все время кабина отлетает, знаешь, как будто катапультируется. Давай. Смотри, сейчас поезд. Чё, поезд? Заденет твой этот прицеп. Он повез его с собой. Ты это видишь? Какой прицеп? Забей, короче. Ёпта, что-то еще взорвалось. Да, ну это, блин, очень странно, у тебя что-то очень легко отваливается. Я не знаю, что взорвалось, мой пукан. У тебя очень легко что-то отваливается. Знаешь, мне просто надо врезаться тебе в меня. То есть мне в тебя, а не тебе во мне. Так, фу, блин. Так тебе или мне? Мне надо врезаться в тебя, а не... Так давай, ты просто, ты очень быстрый, а у меня там этот, какой-то странный движок. Что я стартую с двух пролетов. Давай, поехали, я еду. Раз, два, а, ты уже есть. Я потихоньку, да. Погоди, тихо, нет, да. О, ё-моё, чего? А, кстати, смотри, у меня сзади есть какой-то баг, походу, который взрывается. Чего? Ты чё? Погоди, чё было? Ты у меня был там, потом как-то оказался в железке. А, так это пинга, все время, очень часто такое происходит. Не все время, конечно, очень часто. Ну, в принципе, ты меня тупо сломал, ты можешь сейчас посмотреть, я не могу просто отсюда уже додеться. Да, у тебя там ещё... Минус левая часть, а у тебя... У тебя сейчас нормальная, кстати, кабина, то есть кусок кабины. Подожди, там поезд едет. Тупо передний. Нет, поезд не надо, пожалуйста. Нет. Давай попробуем еще раз. Да, еще раз. То есть тебе надо все-таки чуть поближе стартовать. Я с двух пролетов стартую. Ну, давай. Просто ты чуть раньше времени поехал. Давай. Итак, раз, два, три. Вот оно. Давай. Давай! Ой, ты мне взад врезался. Блин. Я, кстати, загорелся почему-то. А ты, походу, взорвался, я загорел. У меня сзади бак есть, но он еще не взорвался, подожди. Стой! Потому что ты все едешь, да стой! А, помогите, я горю! Да, я посмотрю. Да, у тебя сейчас, скорее всего, будет бабах. Нет, подожди, что-то бабах. А он взрывается, точно? Может, это просто... Да, погоди, давай отойдем. Сейчас. О, взрывается! Проверили. Проверили, так сказать. Вовремя отошли, да. Блин, а у меня опять, смотри, у меня опять нету кузова переднего и как бы... Че, простите, вот это нормально, да, все хорошо, отлично. Вот, и да. То есть машинка у меня такая на себе, на самом деле. Ну, странно, да, странно. Предлагаю поменять напоследок машиночки. Да, предлагаю менять по последним машинам, да, и будем заканчивать. В общем, друзья, я взял уже автомобиль, который когда-то светился у нас в видосах. Я надеюсь, ты его не смотришь, да? Сейчас нет.
А, хорошо. А у меня гелик, я всем расскажу, что у меня гелик. Да. Пусть знают. Да, мы на счет 3 поедем. Давай. Раз, два, три. Фига ты быстрый. Ты слишком быстрый. Или нет? А, нет. Ты слишком медленный. Не понял. Твою мать. А что произошло? Посмотри, у меня просто минус бампер и правые двери. А у тебя что? А у тебя минус просто... У тебя минус дверь тоже, средняя дверь. Да. Просто минус. Я не знаю, почему-то вот в Бриклифте есть такая хрень, то есть, ребят, как видите, тут есть очень длинные детали, которые как бы, ну, они ломаются вот так вот только. Никак они не ломаются, короче. Давай, да. Я буду стартовать уже с полтора пролета, давай, ты опять. Раз, два, три. Погнали. Причем странно, смотри, я беру все грузовики и автобусы, и они валят быстро. Ты берешь какие-то все быстрые. Да потому что, я не знаю, ты им, наверное, всем прокачиваешь очень сильно все. Посмотри, что? Посмотри, я про крышу улетела. Я вообще сейчас, кстати, автобус трогал. Погоди. Ну такие, давай становимся, посмотрим, да, что у меня по автобусу. Все хорошо у меня по автобусу. Посмотри на меня, я сейчас подъеду. Да-да-да, я вижу. Так, ну давай я буду стартовать, окей. Я, кстати, стартую вообще из Украины. Хорошо, стартую с 2,2 пролета. Давай. Давай. Раз, два, три. Тихо, куда ты поехал-то так? Ну, я не знаю, ты говорил, что я медленный, теперь я быстрый. Я решил притормозить, почесать нос. Да. И просто ты меня ушатал в хламиду. Согласен. Да. Ой-ой-ой! Ты куда? Ты видишь? Я бегу, вот я! А, да. А что ты выпрыгнул-то? Я привычка, я когда всегда есть. А я сам ничего не могу сделать. Мне, кстати, мне кажется, надо подождать поезда, потому что он очень хорошенько сейчас твой автобус долбанет. Погоди, а у меня вообще автобус в аэропорт уже уехал. А, да? А у меня вот он упал сюда. Так, стоп. У меня вот... О, вот это зря. Это я зря, да. Давай тогда еще разок. Давай еще разок. Я вот говорю, ты то слишком, блин... Да это ты, потому что то слишком быстро, то слишком медленно. Не можешь никак подрасчитаться. Давай. Раз, давай. Два, три. Ну я не знаю. Вот я тебе опять... Ну я ушатался знатно сейчас. Вот это ты сейчас был минус турбо, да. Погоди, ты где? Я на рельсах. И, кстати, тут я поезд. Вижу, тут едет поезд. Нет! Рудик, спаси меня, пожалуйста. Ты что делаешь? А, фу, повезло. Да, повезло. Повезло. Так, давай посмотрим на повреждение. У меня автобус... Че, у меня катится куда-то. Не, у тебя автобус стоит на месте. А, нет, немножко едет. Ну, у тебя минус тупо минус лицо, кстати, у тебя достаточно сильно минус лицо. Ну, он так, потому что, понятное дело, там вообще ничего нет, никаких сил в конструкции, все такое. Вот сейчас, сейчас едешь быстро. Я все время одинаково езжу, тебе все время кажется. Ну, я думаю, что сейчас как минимум было жестко. Ну да, вероятно, достаточно жестко получилось. У тебя все равно тачка, почему? Я опять автобус куда-то поехал. На рельсы. Смотри, а там как раз поезд едет. Да. Ой-ой-ой, давай. А, нет, он... А у меня прямо идеально в середину врезался. Да? Не, у меня показано по-другому все. В общем, ребят, теперь, я думаю, точно можешь заканчивать этот видос. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш каналчик. Вот, а вам всем удачи, всем покедово. Пока-пока-пока.